Итак, у нас сметочка. Посмотрите, на рукаве мы заложили довольно большую посадку. Как она делается, как она выполняется? Вы складываете рукавчик пополам, обязательно уравниваете вот эти срезы, ставите булавочку, закрепляете срезы, уравняли. Затем уравниваете срезы внизу, тоже закрепили это булавочкой. Без булавочек ничего не сметываем. Держи, Наташа, ручку. Теперь растягиваем немножко, да? Растягиваем и уравниваем вот так вот срезы. Уравняли, нашли серединку, поставили булавочку. А теперь спокойно сметывайте, как вам удобно. Сверху вниз, снизу вверх, хоть как. Так, что еще? Ну вот, Катенька, смотри, ты пока можешь вот этот шовчик просто сметать. Один. Я займусь полочкой, ты сметывай спинку. Вот отсюда, сюда, 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 сюда и наверх. Вот иголочки, да, бери. Так, ножницы. А я займусь передней половинкой. Так, наши булавочки нам больше не нужны, поэтому мы их убираем. Так, так, серединку я тоже перенесла. Угу. Ниточки я делаю длинными, чтобы много раз их не вдергивать и не расходовать на это время. Иголки я люблю тоже длинные, чтобы много на них можно было нанизывать. Значит, смотрите, обязательно в распашном изделии, если у нас есть с вами застежка, мы по этой линии, по центру ставим ниточку. Взяли иголочку, ниточка ставится в один слой, без узелков и без закрепок. Вот так. Есть одна ниточка на этой половинке. Это называется поставить ниточку. Она нам служит долго и очень сильно помогает эта операция потом в работе. Также изменения после примерки контуров мы запоминаем с помощью вот такого приема. Поставить ниточку, прошить ткань в один слой без узелков и без закрепок. Сейчас покажу, как сметываются выточки. Вот такая выточка. Берем пальчиками вот так. Здесь у нас ограничение выточки по длине. Стоит обязательно беленькая вот такая вот полоска. Зафиксировали это ограничение. Находим рассечки. Совмещаем друг с другом рассечки. Рассечки нашли, совместили друг с другом. И ставим булавочку вот так. Посмотрели сюда. Попали? Хорошо. Нет? Значит, надо поправиться, чтобы попасть. Потом берем вторую булавочку, еще раз проверяемся. Видите, немножко не попало. Значит, сдвигаюсь, корректируюсь. Вот теперь попало. Наташа, это я для вас рассказываю. И потом третью булавочку вот так вот ставим. Здесь мы попали. Когда мы сделали три булавочки вдоль и убедились, что они у нас попадают туда, куда надо, я беру четвертую и ставлю ее перпендикулярно, потому что сметывать по булавочкам, которые стоят вдоль, мне неудобно, приходится каждый раз отвлекаться на то, чтобы вытаскивать эту иголочку. Ну а сейчас все очень просто. Узелочек у меня есть. Маленькими аккуратными стежками на одну иголочку я нанизываю. И когда у меня доходит до конца, я делаю очень маленькие стежочки. Маленькие. Вот так. И никаких узелочков здесь не завязываю, закрепок никаких не ставлю. Просто отрезаю кусочек ниточки. Здесь узелочек, а в конце ничего нет. Вот такими приемами я пользуюсь для того, чтобы быстро все сделать. Вот эта выточка. У нее нарисована только серединка. Я ее хорошо вижу. По серединочке перегибаю. Я не рисую вторую сторону. Потом
по центру и от вершинки вниз небольшими стежочками, очень аккуратными, вот это все тоже заканчиваю. Так, и опять конец выточки, я ухожу меленько, меленькими частыми вот такими стежочками. И на одну иголочку я нанизала всю выточку. Все. Вот так у меня быстро сметались эти выточки. Сейчас то же самое сделаем другой половинкой. Ага, сметала, да? Ну, можешь пока вот те выточки сметать, удаляйте все булавочки. Да, сиди, говорит, отдыхай. Давай. Такая вот она непутевая Галина Леонидовна, вредничает. Всех работать заставляет. Беда. Я потом это пущу на перемотку, побыстрее делать. Так, все, рукавчики у нас готовы, да? Да. Угу. Отдыхайте, девочки, тогда. Тут уже вдвоем-то нечего делать. Наблюдайте просто. Ручки понаблюдаю, да. А? Понаблюдаю еще. Ну, полезно, всегда хорошо. Конечно. Вот, видите, как выточка хорошо, качественно сметалась. Да. Можно иголочки вот заправлять. Я какой-то момент помню, как-то мы, не знаю, что мы делали. Угу. И вот гладили, влажную обработку делали. Это вот какой-то вот мне показали момент, так вот сколько лет вспоминаю, не могу вспомнить. Ну, надо же. Вот, как хочу спросить, вот, как-то так вот быстро получается, вот, то есть, ну, какой-то секретик такой был. Да, которых у меня полно на каждом шагу. Не могу вспомнить. Ой, я их даже не фиксирую, эти свои секретики, да, потому нет, что это понятно. На автомате все делаешь, ага, точно. Эх ты, что еще мы забыли сделать? Проверку. Ну ладно. То есть я когда Наташа уж говорю, когда я нарисую все свои выкройки, да, я обязательно делаю контроль. Так вы вроде бы замеряли. Ну да, но все равно контроль должен быть. Контроль. Строго. Еще раз, вот когда нарисуем, говорят, 7 раз проверить. Давай, моя хорошая. Все, одна готова. А, я все сделала по-своему. Почему? Потому что надо сметывать от большего к меньшему. Все, девочки. Ну, я так сделала. Так. Давайте, может, вторую тоже сразу. Да нет, сделаю. Ладно, я уже сама. Ну, только очень много их. Вот когда выточка симметричная, mm-hmm. вот такая, да, их уже так много не нужно, потому что ну, 2-3 иголочки хватит. Это когда сложные вот эти. Больше для себя. Ну да, да. Когда линии сложные, тогда мы делаем их побольше. Mm-hmm. А так нормально. Ну, тогда еще при мне покупали, тебе довольны? Очень довольны. Да? Угу. Правда, Галочка, очень довольна. Я уже другие купила, но другие оказались с длинными лезвиями. Угу. И вот эти японские ножницы с длинными лезвиями, они хуже. Ага, сейчас возьму. Они хуже гораздо, потому что они не дают такой чувствительности рукам. Mm-hmm. Лезвие длинное, а надо пройму вырезать, да, поворотик такой какой-то сделать. Вот эти вот коротенькие, но настолько удобные, они сами в руку ложатся. Они и для толстых тканей подходят, они вообще универсальные оказались. Но я такие больше увидеть не могу. А вы где брали? Вилтекс. Mm-hmm. Вилтекс. Мне девочка одна поехала, я говорю, купи мне вот такие же ножницы. Она привезла с длинными этими. Эти я покупала за 6500, а сейчас у меня этой же фирмы есть за 2500, по-моему. И вот они мне не подходят. Сейчас я отрежу. Мне нравится и все, представляете?
Я не вижу, это сейчас показать даже могу. То есть такой же фирмы? Да, и совсем уже другое, вот, вот они. И совсем другое качество. Так они, это и не они, вот поэтому они такие не очень. Не это фирмы? Нет, это не они, подождите, а где же у меня те-то? Да, это другая фирма. Эта фирма-то другая. Поэтому они что, тоже говорят японские. Вот эти, что ли, она мне купила? А, да, точно, она мне вот эти купила. Ну вот они мне хуже. Вот она, та же самая фирма. Mm-hmm. Но они стоят почему-то дешевле. Ну, здесь, во-первых, ручка более. И вот и за счет того, что лезвие длинное, смотри, Кать, как надо. Да, начинаешь сверху, да, с другой, тебе так удобнее всегда будет. И когда уходишь вот на конец, мельчишь просто-напросто. Хорошо. И никаких закрепок здесь не делаешь. Вот так оставляешь, оно никогда не распорится. Угу. И потом вытащил ниточку и все. И времени на это тратить не нужно. Угу. Так, поехали сюда. Вот так переходим и делаем обязательно рассечку. Находим по талии. Так вот, именно. Я вас этому и учу. А что шить по полгода-то? А кто узелочки мне не завязывает? А надо, да? Надо обязательно. Вот смотрите, теперь вот, да, от талии вверх ушли и пошли. Выточку, вот эту нагрудную, обязательно пропускаем. Никогда ее не пришивайте. Потому что пришитая эта выточка потом будет заставлять распороть, не давать обработать этот боковой шов. Mm-hmm. Понятно? То есть вот она в воздухе у вас должна болтаться. Mm-hmm. Ну вот. Обрезные края старательно соединяем. И вниз уже никогда не смотрим. Идем по одной вот этой вот линии. Если ткани у вас толстенькие какие-то, да, типа драпа, то нужно еще выполнять заметывание припусков. Это их просто надо отогнуть на какую-то сторону, или вперед, или назад, и пришить широкими стежками к нашему изделию, для того, чтобы они не вставали внутри на ребро. Так, это готово. Плечевые швы всегда сметываются со стороны спинки. Потому что спинка у нас обычно имеет маленькую посадочку, но мы здесь ее решили не делать, но тем не менее все равно со стороны спинки я сметаю. И чуть-чуть при сметочке я его припосажу. Пусть у меня не совпадет впереди, вот видите, чуть выходит у меня за пределы, да, это вот как раз посадка получилась. Я потом осноровлю пройму, она у нас все равно будет уточняться, но зато у меня будет немножко припосаживаться плечевой шов со стороны спинки. Это нужно для того, чтобы здесь не было напряжения. Так, еще ниточки есть у нас пернистые? Отлично, отлично. Угу. Так, булавочку. Опять рассечки находим по талии. Угу, отлично. Уравниваем здесь. Вверху, кстати, может не совпадать, когда кроите в разных местах. Это тоже не страшно. Потому что любая пройма, она будет потом у нас иметь осноровку, так называемую, после примерки. Но по долевым швам должно обязательно все быть гладкое, ровное, безо всяких-всяких посадок каких-то ненужных нам. Вот. Если участки у нас такие неответственные, но в нашем случае неответственных участков нет, потому что довольно маленькие прибавочки, мы хотели получить довольно-таки плотное свое изделие. Поэтому мы сметочку делаем аккуратную, не широкими стежками. Но и широкими стежками тоже не пренебрегаем. Потому что бывает такое, что вот сейчас вот низ будем заметывать, будем широкие стежки применять. Так, дальше. Если здесь у нас вышло немножко на плечике, значит, с другой стороны, сметывая плечика, мы эти полсантиметра тоже выводим для того, чтобы было все очень одинаково. Выточку тоже пропускаем, не пришиваем ее. Вот так вот, видите, как мы делаем, да? И уходим
Вот сюда. Я уже здесь не рисую, а вы, конечно, можете рисовать. Потому что и обязательно закрепочка, чтобы крепко было, чтобы ничего не разваливалось. Так, осталось нам только заметать линию низа. Изделие у нас сметано, и мы заметываем по линии низа. Перегибаем, припуск отправим на спинку. Так, мне удобно вот с этой стороны, потому что выточка идет. Не следим за тем, чтобы у нас это было прямо идеально-идеально. Так, узелочка нету, очень плохо. И хорошо. Так, и вот здесь, смотрите, я могу буквально очень большими стежками вот такими вот приметывать. Потому что моя задача сделать так, чтобы просто держалась вот эта наша линия низа, заметанная была. Она будет у нас жить, как говорится, в таком виде всего несколько минут. Ровно столько, сколько длится у нас наша примерочка. Потому что мы после примерки первое, что сделаем, сразу же ее уберем. Она же будет нам мешать прошивать все. Ткань мягкая, такая, это шерсть у нас какая-то довольно хорошая. Поэтому мы, скорее всего, что и дошьем свое изделие. Узелочек есть? Угу, точно. Вот, будем ее дошивать. Но в то же время никакого стрейча у нее нет. Креповое переплетение. Я очень люблю такие ткани. Мы из этой... Это мне кто-то ее тоже подарил. Часто бывает так, что приносят, что дома не сгодилось. Мне отдают вот так вот на работу. И я из этой красной тряпочки уже делала какой-то мастер-класс. Я уже краила свое изделие кому-то. Вот так вот. И это у нас остаточек остался. Так, ну и небольшая закрепка здесь. Все. Наше изделие готово к примерочке. Делаем перерыв и наряжаемся. Потом покажем.